Приветики! Сегодня мы поиграем снова в Resident Evil. Прохождение за Клэр Редфилд, если я правильно помню фамилию. Прохождение у нас было, по-моему, только одно за Клэр, да? Продолжим, что-то хочется мне пройти. Все уже прошли, перепрошли, запрошли. Уже там какие-то дополнительные, смотрю, вышли уже дополнения. А до сих пор еще пройти не могу. Что-то в то поиграл, в это поиграл. Так, ну что ж, продолжим. Смотрите, чего я увидел. Видите, это шляпа. Гадайте. Откуда она? Не хватает этих двух штучек. Это шляпа Карла. Да, она Агурира. Так, а чё я вообще делал? Так, исследовать полицейский участок. Мне что-то вообще фигово как бы. У меня нет патронов. На гранаты, у меня есть винтик. Правильно, по-моему, винтик. Так, ключ от двора. Синяя трава, кислотные боеприпасы. Так, ну что ж. Следует, так и следует. Я даже не помню, куда идти вообще, что делать вообще надо. Нету доска? Нет. Так, нету. Да. Тут мы доски закладываем. Сверху мы, по-моему, наверху мы были. И тут я вроде был. Да, и тут был. Я уже даже забыл, где я был, где я не был. Так. Тут я все вроде взял. Так. Отлично. А, мы посмотрели, по-моему, ноут, да, там был этот урод, которому сейчас мод сделали труселя. Сделали, чуть не выпал. Так. Может, сюда нам нужно? Вроде везде побывал. А, вспомнил, тут этот. Я слышу, что-то в этот мозг выклюй сраный. Так, а как мне стих отойти? Здесь какой-то. Чё, давай, уходи. Уходи, пожалуйста. Пожалуйста, уйди. Не хочу с тобой вообще встречаться. Сраная макака. Дай мне пройти. Блин, на контрол-карта. А как? Я забыл, как пить. Иди в задницу. Иди в задницу. Фу, плохой песик. Фу. Козлина. Ну что, проходи давай дальше. О, это было близко, это было близко. Так, тут дверь закрыта. Здесь нужен ключ. Так, вот сюда.
Это ужас. Эх, Миш. Мое сердце остановилось, мое сердце. Реально стрёмно. Иди в саницу, тварь. Мне сердце бешено бьется просто. О, патрончики. Этот револьвер, как он мне не нравится, вообще ужас. Так. Нужно перерезать цепочечку. Куда это у нас ведет? О, смотрите. А, это сразу взрывчатые. Вот. Так, тут красный сердечко, и за ним кто-то есть. Да. А мы так прям тут. Там лок. Да. Да, понял, а ты кажись. Это вот тут ведь, да? В принципе, нам не обязательно. О, трава. Вообще пропустил траву. Вот лошок-то. Да, точно, это вот. Блин. Я не знаю, что выкидывать. Ничего не буду выкидывать. Опять пожарить хотел. Мужик, хватит жрать. О! Нам сюда. Да, красота. Так, смотрите, тут нож. А мы опять не можем, да? Да. Двойки и тройки нет. Ты чё, падла? Говно! Урод сраный. Сейчас снова встанет. 123 мы не можем открыть. Можем открыть 106. Там пленка. 109. Там патроны. А вот тут вот. Блин, прикол в том, что... Я не знаю. Может, это объединить нельзя. Ладно, пользуем карту. Смотри, тут какой-то другой дробаш. Снаряды, гранатомет. Зажигательный. What? Почему Леону не дали? Такую штуку. Так, мы возьмем кислоту. Зажигательный боеприпас, две штуки. Так. На единичку. Давай, попробуем на тебе. Даже шапка светила. Вот это красота. Здесь тот мертв. Так. 109. Так, честно, не помню еще, где есть. 203, две кнопки сразу не хватает. О, 208 надо. Так.
не могу. Что, я только одну могу? 14, второй, 103 я не могу. 106 там пленка. Я... Их нет. Не буду открывать, потому что места нет. А вот патрики сгодятся. Вот это опять записка, конечно, да? Да, пульт кладовой, записные клавиши. Короче, надо искать песню. Все как обычно. Так, плюшечник. Почему ты, кстати, пошел? Это же мне... Вообще не видел. Гребаный плюшечник. Порох. Записка, как мешать порох. Классно, я уже его столько нашел, и вы еще только рассказываете мне, как мешать порох. Так, вот тут шкафчик. О, Патрик, Патрик, Патрик. Блин. Вот ты, ты встань чуть, да? Is up with you. Так. Я ступил, да? Зачем я выстрелил? Патроны, если... Давайте, давайте. Сейчас мы устроим фаер-шоу. Фаер! Ой. Ой. Ой, 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 ой. Ой, что я наделал? И этот не сдох, и этот не сдох. Давай. На. Кушай гренку. Давай, кушай гренку. Все? Быстрее, 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 патроны, патроны, патроны. Что, два патрона? Хватило, чтобы вынести одного только. Это вообще жесть. Чтоб вам пусто было, уроды. Так. Пожалуй, сюда пойду. А, тут закрыто. Иди в задницу. Да-да, Леон. Welcome, Леон. Здесь получается М, Р, Г. М, Р, Г. Там, по-моему, патроны, что ли? Это с вот этой стороны. М, Р, Г. А, yes. Так, а вот тут D, David, E, D. D, D, E, N, или нет. Так. Значит, нет. Еее, мастер по отгадкам, мастер по загадкам. Так. Мм.
Я думал, тут Патрики. Да-да, я Леон Кеннеди. Это бы странно, как фигня такая получается. Леон ведь как бы уже здесь прошел. Должен был все это собрать, но как бы он не собрал. Идите в задницу, вот тут я знаю, что есть. Вот. Все, я в домике. Иди в задницу, я в домике. А в домике не трогают. Я в домике. Так, надо щипцы убрать. Они нам не нужны. Качественный порох белый. Надо его смешать. Получились кислотные заряды. Вот еще у меня кислотные заряды есть. 5 кислотных зарядов. Пистолеты, патроны, пулемет. Мне кажется, я тоже где-то его близко найду, так что с собой возьму на всякий случай. Так, а вот и пленка. Угу. Я знаю, где достать. Сейчас мы сходим. Так, чё? Объединить не могу. Сколько всего с собой надо таскать, и рюкзак все меньше и меньше. Так, 2, 4. Давай, заряжайся еще дольше. Так, для пленки надо оставить место, так что пока не берем. Где ты? Кис. Посмотрим, как кислота действует. А что, ты не умер, что ли? Я думал, ты умрешь типа от кислоты. Ну ладно, мы тебя добьем. Да, а ты куда? О, тварюга. Урод. Да, 103, нет, 106. Да, я понял, какая открылась, я же не тупой. Открываем. Пленочку взяли. Ты-то тут ведьма. Ужас. Я поправлю тебе прическу. Держи. Не благодари. Блин. Дар... А в смысле? Тебе что, 3 патрона, что ли, надо? Ты кислотный, мне не нравится. Надеюсь, ты растворилась. 3 кислотных патрона надо, блин, чтобы убить. Все боеприпасы опять. Вот. Это игра про окончание боеприпасов постоянно. Кончающиеся боеприпасы здесь не редкость. Так. Так. Проявим пленочку. Памятная фотография. И что у нас опять? Один. Блин, вообще 0 патронов. Я думал, хоть один есть. О! Теперь у нас 3 патрона. Живем. Блин.
Ты меня не видел, я тебя не видел. Все в порядке. Блин. Вот ты закричала, я испугался. Да. Е. Так, я думаю, я до сих пор так и не понял, где брать вот эти коды. Дел, дем. А может они такие же коды, как на тех эти? Дэн, бэн, сэн, дэн, еэм, фэн, аэм, бэн, это бэн. Ну ладно, думаю, когда-нибудь я разгадаю этот секрет. Вот, перейди к переносному сейфу. А тут же вроде сейф переносной лежал. Раньше. Так, надо улететь тут. Короче, не хватает. А, он там в руке будет, точно. Я догадался об этом не сразу. Бойлер прострелили, уроды. Даже в душе не помыться нормально. О, кстати, а отражение есть? Ну да. Какое там? Вот сидит, сто пудов, ждет, пока я подойду. Нет, это было не страшно. Я ждал, что что-нибудь будет. Так, в прошлый раз вот тут вот этот мозгоурод ползал. Но сейчас его не слышу. На всякий случай. Я спокойно зашел в офис Старс. Это классно. Что раз я вот... Вот там вот не взял. Вон узишка. Записки Леона. Клэр, надеюсь, ты получил... О, что-то новенькое. Клэр, надеюсь, ты получил это письмо. Здесь все кишит монстрами, а твоего брата нигде нет. Просто уходи отсюда, как только сможешь. Очень надеюсь, ты цела. Леон. Дилемма. Короче, выкинем порох. Оп, вот так. Мне сначала нужно открыть офис Старса. Оп, таймер. Так. О, это, кстати, надо. Сейф это внизу, по-моему. Помещенный Старс, да, в западный офис, первый этаж. 9.15.7, это там внизу стоит. Угу, все понятно. Это белый порох. Так, а где значок Старс я находил? Jesus, stay back! Иди нахрен! Иди нахрен! Как ты тут оказался? Иди в жопу, иди в жопу! Да, ты издеваешься, что ли? Иди в жопу!
Вау. Не говори, что ты сюда зайдешь. Падла. Ты же в прошлый раз не там был, я не ожидал. Короче, пожалуй, на этом сохранимся. И продолжим уже в следующей серии. Вот тварь, где-то дверями скрипит, ходит. Игра осложнилась с этим чмарем. Я помню его, блин, с ним сейчас тут проблемусиков будет вообще нормалек-то. Так. А нам надо еще зишку достать, нам надо еще три штучки достать, нам надо еще ключ офиса Старса найти и еще забыл. Ладно, вспомним по ходу дела. Думаю, на этом закончим. Всем спасибо. Продолжим уже в следующей серии.